1 июня в День защиты детей для самых маленьких жителей города в парке имени Рената Фардиева в течение целого дня была организована большая развлекательная программа. Мальчишек и девчонок ждали город мастеров, конкурсы рисунков на асфальте, в каждом рисунке солнышко, на мольбертах профессии будущего, игровая программа, концертная программа, работа анимационных площадок, танцевальные флешмобы и детский лазертаг. Организаторы праздника в честь Дня защиты детей постарались, чтобы каждый, кто пришел на праздник, смог найти себе развлечение по душе и по возрасту. Начали с самых маленьких. Они, конечно, и не поняли, что участвуют в конкурсе и получат приз за победу, но старались. Спортсмен красный бейсбол. Конкурс ползунков собрал участников двух групп от 6 до 12 месяцев, а от годика до двух, конечно же, в тесном сотрудничестве с мамами и папами. Все мероприятия проводили управление исполкома, творческие коллективы города, команды школы, детских садов. В этот день не пустовала ни одна площадка парка имени Рената Фардиева. На стадионе также была организована большая спортивная программа. Кроме того, были организованы тематические флешмобы от педагогических отрядов «Зарядка на свежем воздухе» и масса других развлечений.